Так, значит, Марк 3 шасси. Это у нас ММГ АК-103. То есть это АК-100 серии. То есть это 74-ка по затвору, по коробке, по диаметрам ствола. Коробка АК, не РПКшная. Значит, кит состоит из вот этой вот нижней части, которая монтируется, так называемая несущая закладная, да, закладная стальная внутрь, апер, здесь еще сводилка, ручка, газовая трубка, такая же, как на марке 2, цевьё Bushmaster HCR совместимо, то есть у нас посадочное совместимо, адаптер приклада. Он идет либо на складную петлю, либо на нескладную закладную сюда. Скорее всего, будет еще затыльник такой же. И крышка сюда. Крышка сюда. И будет, скорее всего, отдельный маленький предохранитель. То есть это вот от вариантов исполнения. Еще пока не решили. Значит, как ставится? Ставится реально, как ни странно, то есть за 10 минут. То есть, чем вы жертвуете? Первое, вы жертвуете половиной колодки целика. То есть, вы ее опиливаете просто вот дремелем по ровной линии. Вот она вот здесь осталась. Она нужна как точка, куда пойдет стальная закладная. И потом вот этими двумя винтами с каждой стороны под 45 градусов и этот блок притяните. То есть, он стоит. Блок такой же, как на шасси, будет 2-1. То есть, он просто унифицирован. Газовая трубка унифицировано, цевьё унифицировано. То есть цевьё Bushmaster HCR, то есть если вы купите себе алюминиевое любое сюда, оно пройдет. Пластик вот в этом месте будет нюанс. Вот, цевьё от этой точки вывешено. То есть вот отсюда оно вывешено вперед. После чего, значит, ставите вот эту деталь закладную внутрь, потом ставите адаптер приклада. После чего сверху надеваете аппер с установленной газовой трубкой. Так вот, здесь притягиваете раз винт, два винт, три с каждой стороны. То есть шиповое соединение такое и шиповое соединение от лево-право, то есть оно идет. И притягиваете винтом аппер к адаптеру приклада. Здесь у нас стальная гайка внизу. То есть у вас получается жесткая конструкция, собранная здесь и здесь от движений вот таких, от движений таких, от всего. После чего вставляете сюда блок заведения, вот его вставляете, он прогоняется по полозьям, вот здесь вставляете ручку, как у стена, и вперед. Значит, ручка вынимается сбоку, до этой точки она не доезжает в цикле перезарядки, то есть это только когда затвор вынут. Затвора вы снимаете рукоятку заведения. И вот под большим углом она вот сюда влезает, здесь у нас сделана специально пустота, чтобы он вошел. Вот. Соответственно, здесь у нас рудиментарный целик. Это рудиментарный целик. В него видна, естественно, мушка. И высота сейчас приклада, она армаконовская, вот, ну, поднятого адаптера, монолита, да? То есть, почему? Механика видна впритык. То есть, вы вкладываетесь, видна механика. Вы просто вжимаетесь на пластик, вам спокойно видна, как это скажем так, вам спокойно видна на аэр-высоте монтажа, а кок вообще без проблем или элкан без проблем.